По утрам. Вот так видео никто не снимает. Сначала им надо дать, а потом снимать видео. Вот так. И можно снимать видео. Вот так делают все. А реальность, которую вы видели перед этим, моторреальность. И то это сейчас еще видео никто не снимает. Сейчас покажу, как снимает видео. Ну вот, теперь можно и снимать видео. Все, порядочек. Все чистенько, все хорошо. И все прекрасно. Сегодня у нас 7-е число. Кстати, у моего брата день рождения, у меньшего, надо поздравить, позвонить. 7-е число, 7 октября. У нас сегодня должен был быть опорос свиноматки породы дюрок. Вот этой свиноматки. Сегодня должен был быть опорос. Перед этим я говорил, она мне не нравится. И получается, что она не поросная вообще была. То есть вот эти 4 месяца мы думали, что она поросная. Я ее кормил хорошо, как поросную. Думаю, чтобы же нормально все было. И она 4 месяца, да и сейчас он ест за троих, а толку нет никакого. Я проверял ее на УЗИ. Но на УЗИ я проверял уже поздно, где-то в 3 месяца. Ее сестру я забраковал. А думал, это опоросится, эту тоже уберу. Но она не опоросилась. Поэтому прошу простить меня, пожалуйста, кто позаказывал мне свинок породы дюрок и кабанчиков породы дюрок. Их не будет в продаже и вообще в реальности. Поросят не будет. Эту свиноматку, она и эти все 4 месяца в загул вообще не проходила. Никаких признаков, нигде ничего. Поэтому эту свиноматку будем убирать и выбраковывать. Именно вот эту дюрчиху. Поэтому, кто мне заказывал, заранее говорю, что поросят нету, поросят не будет. И свиноматку я уберу, выбракую. Этим поросяткам у нас, там, грубо говоря, через 2 недели, месяц будет. Ну, им дней, наверное, 17-18, надо посмотреть точно. Ну, такие крупные лепешики хорошие. И получается, что все свиноматки у меня молодые. Все молодые, все по первому разу поросились, все хорошо. Одна староста у меня осталась, Машка. Эта Машка открывала канал, и с нее все начиналось. Но она как свиноматка, и сейчас видно, что поросная, все хорошо, но... И как свиноматка хорошая. Поросята крупные, молоко жирное. То есть у нее проблем вообще пока нету. Пускай сколько будет пороситься, сколько и поросится. Машка у меня получается вообще, это одна из первых. А так те эфки, молодые свинки, еще мы не знаем, что за свиноматки. А эти все показали себя хорошо. Ну и Анфиса тоже. То есть все свиноматки, получается, мы обновили. Сделали свиноматок новых, а старую вот уберем, да и все. На вопрос, будешь ли ты, ну, заниматься дюрками чистопородными, чистокровными? Да, буду. Но надо найти свиноматок породы дюрок. Я там хочу, есть у меня пару мест, где можно решить с дюрками, но там дюрок чуть не такой, как у меня вот эти. Там чуть другой дюрок, если получится, то может оттуда займусь. Ну, а там будем видеть и будем договариваться, будем смотреть. Эти новогодние растут, 2 кабасика, и хорошо растут. Пускай набирает. Эвки тоже растут. Я думал, конец октября, ну и рано их еще, короче. С этим врачом поговорили,
Ветврач говорит, давай сюда на ноябрь, конец ноября, не спеши. Ну, спешить, да мне некуда спешить, куда мне спешить. Мне поросят на откорм хватает, то есть все хорошо. Поэтому по дюркам даю отбой, кто заказывал. Вот такие вот у нас дела. Поросята, предстарт, кстати, сейчас гляну. Предстарт едят хорошо, все уже выели, надо опять. Каждый день набираю по полковчика, по ковчику и едят хорошо. Едят где-то с 12 дня предстарт. Немного, да, немного. Насыпаю, немного там, но едят. Ну, сейчас каждый день получается все лучше, лучше, лучше едят. Сейчас мы насыпем, я покажу, как едят. Вот, друзья, набрал предстарта нашего водолаги и даю вот так. Насыпаю. Они сейчас успокоятся и начинают там копошиться что-то. Он уже один уже ест. Второй, третий, четвертый. И все, пошла жара. Я предстарт не убираю. Бывает, они не съедают за этот день, остаются на второй. За второй день там до вечера доедают. Ну, это если я много навалю. Ну, стараюсь много не валить, примерно сколько они съедают, сколько и насыпать. Но бывает, остается на второй день, полностью весь день. Ну, они его полностью съедают. Оно видно по поросятам. Вот им там сколько, чуть больше двух недель. Поросят, они в каждого такие при отъеме есть, вот как эти две недели. Но мы потом, когда будем делать отъем, будем взвешивать их. Взвешивать и узнаем, какой вес поросят. Вон, видите, какие. Кто хочет, кто не доедает, не хватает молока. Становится там и потихоньку. Потихоньку кушает предстартик. Кому хватает, то и этот. Поносов ни у кого не было. Из этих вообще ни у кого. Ну и думаю, что после отъема не будет, так как есть свой метод отъема. Так что так, по этим поросятам, это поросята продаваться не будут, тоже оставляю их на откорм. Итальянцы сейчас пошли, мама не горюй, больничку я оттуда забрал, туда в сарай для отъема, для доращивания, они тоже, больничка пошла, так что... Тоже мама не горюй, потом покажу в следующем видео. И вот так получается. Поросята у нас едят предстарт. Едят они, друзья, с 12 дня, но по чуть-чуть. Были у меня такие, что начинали предстарт употреблять только с 20 дня, там 22. А были такие, что и с 7 дня, но это было раз или два. Ну, а в основном, я считаю, это уже неплохо, если с 12 дня уже что-то копошатся, уже употребляет предстарт. Они вот так бегают, бегают, раз, подошло, он поел, закинул и бегает, жует. И вот так каждый по очереди. Я уже наблюдал, как они едят. Они не тупо становятся, а тот подбежал, схватил, убежал. Следующий, следующий, и вот так они по очереди. Вот это я насыпал, завтра утром будет пусто. И опять утром насыплю, и все. Поросята живенькие, без поносиков, бегают, играются, веселятся, все им хватает. Это говорит о том, что все нормально с поросятами, и все отлично. Ну, а эту будем убирать. У нее даже мы видим, что вымя у нее вообще не отбивается. Никаких молочных пакетов нету. Все затянулось. Ну, 4 месяца от корма, конечно, все затянулось. И вот смотрите, это станок удлиненная версия. Кто кричит, для свиноматок 2 метра хватит. Это 2,35 или 2,40. 2,35. Вот, 2,35 станок. Минус корыто.
Вот ей длины как раз хватает. Ей надо минимум 2 метра, это без учета корыта. Вот она лежит до корыта. Это именно, кто спрашивал, сколько. Лучше делать станок чуть длиннее. Вот свиноматка, корыто отдельно, она же не будет под корыто голову совывать. Корыто отдельно, и вот ей хватает. Весь станок, по-моему, 2,35. Свиноматка большая. Это удлиненная версия, то версия чуть покороче. Там 2 или 2,05, что-то такое, это тот станок. То для таких не сильно больших. Первый я порос, второй, третий. Ну а эта большая тут, конечно, уже такой маленький будет станок. Анфиса стоит в большой версии станка. Видите, она и туда еще и гулять умудряется. Скоро Анфисушка на свободу, еще пару недель и все, и на свободу. 30 дней я забираю поросят, взвешиваем и ставим их на доращивание. После доращивания потом переведем в клетки для откорма. То есть вот так. Там тоже свои планы у меня есть, как переход делать по клеткам для откорма. Но то уже постепенно все. Эти все у нас нормально, все вроде бы покрылись. Ну а потом будем проверять, кто покрылся, кто не покрылся. Это ж такое дело. Да, крикливая. Киевляночка. Киевлянка вес набирает потихоньку. Обезьянка у нас покрылась первого раза, молодец. Нюша со второго раза.